Беларусь, продолжаем просыпаться, потому что до старта 31-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось меньше месяца. Да, готовится дирекция, готовится сам город Витебск, и, конечно же, готовятся артисты. Так вот угрожающе ты сказала. И торжественно, я бы сказала. Доброй разницы, Беларусь, с эксклюзивной презентацией конкурсной композиции. Аня Трубецкая, представительница Беларуси на конкурсе в этом году. Саму песню мы услышим чуть позже. Аня, тебе доброе утро. Доброе утро, девочки, рада быть у вас в гостях. А мы рады тебя видеть. Аня, скажи, спасибо, пожалуйста, вот с приближением конкурса, каких эмоций становится больше? Хочется убежать куда-нибудь от волнения или хочется быстрее прибежать на сцену и исполнить хит? Эмоции переполняют, и волнение присутствует, конечно же, я беспокоюсь о том, как все пройдет, но больше, конечно, рвение на ту самую сцену. Я просыпаюсь и засыпаю с одной мыслью, скорее бы стоять там и достойно представить нашу страну. Аня, мы не сомневаемся, что именно так и будет. Потому что, ну, давай поговорим про композицию. Называется она «Заставь меня дышать». Да. Она будет исполнена в сопровождении президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова, нашего любимого. Эта песня была написана, насколько мы знаем, специально для тебя. Так это? Да, это авторская песня. Автор музыки Леонид Ширин, автор слов Наталья Тамбовцева. И мы решили не перепевать всем известные хиты. У нас было на выбор «Опять метель», «Любовь, похожая на сон». Mm-hmm. Но мы решили не повторяться и не быть одной из перепетых версий этих известных песен. И мы решили сделать свой хит. Формировать личный репертуар. Да, личный бренд. Правильно, да. Я думаю, что мы не будем задавать вопрос, в чем смысл этой композиции, да, вы услышите это сами, да. Но чем ты будешь покорять сцену летнего амфитеатра, кроме музыкального материала? Хочется по-особенному представить тот материал, который мы выбрали. У меня разноплановая композиция. Это лирическая «Заставь меня дышать», которая сегодня я представлю на слух наших зрителей. И «Highway to Hell». Да, мы решили сыграть на контрастах, какой показать контраст? Меня разную. Да. Будут некоторые сюрпризы музыкальные для членов жюри. Поэтому мы будем покорять индивидуальностью, особо сильной и плодотворной подготовкой. Уверена, что все получится. Конечно, мы сделаем получится для этого все. Но все-таки ты решила заменить песни, потому что изначально у тебя была, по-моему, «Земфира неба Лондона», достаточно лирическая композиция. И вторая? «Ain't Nobody». Вот так вот. Да. Почему ты их заменила? Потому что мы поняли, что для конкурса этого недостаточно. «Небо Лондона» уже звучало в проекте. То есть это уже какое-то будет сравнение. А «Ain't Nobody» — это классная композиция. Мы выбирали между ней и AC/DC. Но AC/DC — это то, что кардинально другое. Неожиданно, абсолютно, я бы сказала. Да. Потому что на моем сольном концерте, который прошел во Дворце Республики, когда заиграла AC/DC, зал трепещал. Поэтому это было вот это ощущение энергии от зала во время этой песни я не забуду никогда, и мы рискнули на AC/DC. Ну, она правда очень, конечно, заряжена, эта музыка. Ну, надеемся, что зал тебе ответит тем же. И главное, члены жюри, не только зал. Интересно, что в этом году мировой хит, собственно, в данном случае, да, эта песня AC/DC, будет исполняться под, так сказать, аккомпанемент не только музыкантов, но и балета. Да. Я знаю, что только одна репетиция предстоит. Всем известный Тодес, да. Да. Насколько волнительный этот момент, знаешь, практически, можно сказать, без нормальной отработки. Без репетиции. Ты там тоже танцевать будешь? Я не знаю еще, какая мне предстоит постановка, но для меня все вот эти подарки судьбы нашей профессии не страшны, потому что бывало в моей жизни всякое. И даже если мне ребята покажут какую-то зарисовку за кулисами, я думаю, что мы справимся. Но это же классно, экстрим. Это очень классно для артиста. Отвечай очень быстро, какой хочешь номер на жеребьевке вытащить. Была на национальном отборе последней, выиграла национальный отбор. Может быть, последний, если вытяну, выиграю «Славянский базар». Этого мы тебе и желаем. Спасибо. Да, будем держать кулачки за Аню. Друзья мои, сейчас мы вашему вниманию предоставляем фэшн-обзор. Небольшой, да. А сразу после вы услышите премьеру композиции от Анны Трубецкой «Заставь меня дышать». Ну а мы с Марианной Муренковой с вами на сегодня прощаемся. Желаем хорошего дня, веселых выходных. До встречи в понедельник. Женские рубашки – это стильно, но летом еще и жарко. Выход